Ну и дальше мастером. Вот как это происходит, это, честно говоря, по принципу голографической реальности Вселенной. Вы же знаете, да, что мы живем в мире вибраций. И начиная от молекулы до произношения слова, все это вибрации, которые формируют некоторые, не то что образ в нашей жизни, а они формируют даже нашу материальность окружающей среды. И ну, я долго не буду сюда в эту тему заглядывать. Это уже из сакральной геометрии, есть такой принцип логарифмической спирали. И числа Фибоначчи, может быть, слышали? Слышал. Да, это вот, ну, примерно об одном и том же, там по-разному считается, золотое сечение тоже. Как оно считается? По принципу, ну, числа Фибоначчи это 1 через запятую арифметическая прогрессия, 2, 3, 5, 8, 13, ну и так далее. Каждое следующее число является шагом от сложения предыдущих двух чисел. Если мы отмечаем вот тут, например, 1, дальше 2, 3, 5, 8, 13, то по этим координатам можно нарисовать вот такую вот спираль. Блин, так плохо видно все. Ну, видите спираль, да? Узнаете ее? Эта спираль, на самом деле, она во Вселенной везде. Что такое? Она везде существует. И ракушка свернута по этой спирали. И если вы наберете воду в руку и какой-нибудь такой взмах сделаете, то вода будет рассыпаться по вот этим, по этой спирали. Эти капельки будут разлетаться. У дерева даже тоже ветки, они когда растут, они вот начинают по этой спирали делать вот эти шаги. 1, 2, 3, 4. Ну и так далее. Это на самом деле вот эти числа, они встречаются везде. В шишках, где вот эти вот чешуйки у шишек, они совпадают с этими цифрами. Когда придумывали iPhone, они тоже взяли эти цифры. У них, если посмотрите, тоже есть эти координаты. Когда спичный коробок изобретали, он тоже составляет 3 и 5 у него стороны. Поэтому они комфортны, поэтому их удобно в руках держать. У нас даже наши сочленения тоже совпадают у человека с этими цифрами. Леонардо да Винчи не зря рисовал вот этого вот деревянского человека, когда у нас, ну вот фаланги пальцев 1, 2 сантиметра, 3 сантиметра, ну и так далее, там 8 сантиметров каждая косточка. То есть мы сами составляем вот эту вот спираль. И эти пропорции многомерно, многократно повторяются в нашем теле. Так почему же, если мы это видим, например, на физике, да, почему-то никто не думает, что то же самое у нас отражается в нашей жизни, в нашей судьбе. На самом деле та же формула работает в нашем мозге. По принципу запоминания у нас тоже есть вот такой. Мы какую-то информацию получаем, один раз узнали, второй раз узнали, во второй раз, в третий раз мы ее умножили, то есть по этим шагам мы развиваемся. Так вот, почему у мастера получается 300% результата от этой жизни? Потому что он сделал 100% здесь. 100% здесь, пока был тренером, потом уже 200%, потом 300%, ну и так далее. Он же выходит за рамки вот этого нашего быта, нашего мироздания. И этому всему мы обучаем нашу школу. Подведем такой так, итог, чтобы долго не философствовать. Так вот, вы можете стать тренером. Вы можете стать просто массажистом, работая где-то по найму. Или сами на себя можете работать. Для этого у нас существует такая система, мы будем открывать вот такие кабинетики массажные, где будем ставить своих людей, они могут там зарабатывать. Ну, имея, естественно, процент от прибыли. Где-то эти кабинетики будут достраиваться до других услуг. Там какие-нибудь спа-капсулы, обертывание, бальнеологическая капсула, нефтяная там бочка и так далее. Кедровая бочка. То есть это уже некоторый такой получается, я называю его не спа-центр, а поскольку мы работаем по большей части на здоровье больше акцентируем. То есть это wellness-технологии. Если не знаете такое слово, можете посмотреть в интернете. И эта система у нас называется WEBS. Wellness Eco Bio система. Это система вот таких вот центров, где мы будем зарабатывать.
Далее, как вы можете еще заработать? Вы можете просто свою информацию, у нас структура создается сейчас в интернете. Альфа-массажист он называется. Ничего не пишет. Короче, альфамассажист.ру. Это некоторый такой центр, где любой, кто проходит наше обучение в школе Альфа Топ, он может туда поставить свое портфолио. Это делается бесплатно. Но мы плюс к этому еще раскручиваем это Альфа Топ. То есть он туда клиентов оттуда наберет гораздо больше, чем если будет располагаться где-то еще. Таких как бы каталогов для массажистов очень много на самом деле в интернете. Но я вам гарантирую, что мы их обгоним. Обгоним по функциональности. Ну, точно так же, как вот досок объявлений в интернете, знаете, было много. Потом недавно появилась Авито, которая опередила всех. И там просто такой скачок квантовый по сравнению со всеми остальными услугами, которые были до этого. Это только кажется, что нету шага дальше. И дальновидные люди этого не видят. Но обладая такими перспективами мышления, когда мы 1 плюс 1 вот, доходим до 100%, да, и выше, мы можем это развивать. И в итоге что получилось? Я когда эту систему нарисовал, я вообще, честно говоря, офигел. Как бы только вам ее нарисовал, не знаю даже. У любого бизнеса есть... Да не только у бизнеса, у любой фигуры, чтобы она была устойчивой, как минимум надо три составляющих, три угла, три точки опора, опоры, там, ну и так далее, можно это развивать дальше. Вот если мы поставим в опоры этого бизнеса сюда Альфа-Топ, то есть тренинговый центр, сюда поставим ВЭПС, то есть необходимое количество офисов, где мы будем работать. Сюда поставим информационно вот этот альфа-массажист, портал. То получается, все они синергично настолько будут мощно давать на воздействие, что если вы находитесь внутри этого, то вы будете получать массу, ну как бы, выражаясь, может, в клиентах или в деньгах, или в чем угодно, то есть массу удовольствия от этой системы. Когда я вот это вот расчертил, у меня там в тетради несколько страниц занял, чтобы вот это все понять. Более подробно это все указано вот в этой книжке. Там расшифровка. Книжка там очень много страниц имеет, поэтому обязательно посмотрите, почитайте, как это сделано. Но когда это до меня дошло, я, честно говоря, просто за голову схватился и упал. Боже мой! Люди этого не знают. Они же не понимают, как это все может заработать, как это все закрутится. А другая моя сторона говорила, темная, моя прелесть, никому это не говори. Я с ней поспорил, я сказал, нет уж, люди должны все знать. Людям нужна правда, людям нужны результаты. И результаты это достигаются очень просто, мы прямо сейчас их можем попробовать сами на себе. Есть у нас в этой школе альфа-массажистов, вот чем мы еще от других отличаемся школ? Мы не бросаем своих учеников. Зарабатывать можно не только в офисе, в кабинете каком-то массажем, да? Этот кабинет массажа достаточно дешевый, можно сделать в своей квартире. Там, ну, всего лишь, ну, стол ты можешь купить бушный там за какие-то там 5, там, условно говоря, тысяч, да? Ну, масло купить. Новый 6 стоит. Новый? Ну, какой-то простой, да. Может и 6 стоит. Мы сейчас не о ценах говорим, там салфетки, простыни. То есть все можно организовать в квартире. Если кто-то хочет, но в квартиру клиентов не каждый придет, да? Кто-то хочет ставить новое место, оно у нас есть. Например, в бане. У меня там уже раскрученная точка, туда уже ходят клиенты. То есть только можно туда поставить человека, он же будет обеспечен клиентурой. Ему уже не надо думать ни о там, рекламе, раскрутке и так далее. Если он вот в этом на сайте находится, то тоже практически об этом не надо думать. Там всю раскрутку мы за него делаем. Вот теперь смотрите, можно как еще зарабатывать, какими способами. Всего лишь за 15 минут мы выезжаем в офисы, где для сотрудников делаем массаж плеч, не раздеваясь, в одежде.
этому научиться тоже элементарно. Давайте, я вам предлагаю сейчас, давайте начнем. Сядем друг к другу спиной, хотя бы по парам. Можете развиться? Нет, ты не будешь. Вот вы вдвоем объединяетесь. А, ну вы вдвоем, и вы вдвоем как раз получается. Вот сзади у вас мужчина. Нет, один напротив друга. Ну, не знаю, на подушках или... На подушках так удобно разместитесь. Спинами или лицами? Нет, спиной. Один спиной к другому. Кто-нибудь может выйти, я на нем покажу. Да? Вот, давай. Нет, спиной к другу. Ты как обезьянка садится, знаешь, начинает вычесываться друг друга. Шеи. Кстати, массаж, на самом деле, у меня там есть видеоролики на ютубе, несколько своих каналов. И там они даже показаны, как животные делают друг другу массаж. То есть это, в принципе, в природе биологических вот этих существ, млекопитающих, существует. Это нужно. И кошки там делают массаж, и даже змеи делают массаж. Вот смотрите, сели, да? А может как-нибудь? Шею. Олег, может, вот боком зависим? Да, мы сейчас станем боком, да-да-да. Чтобы сюда видно было. Представьте, как будто бы картинка из будущего. Мы команда в фургоне, такие эти, как... Мы же в офисе. А, нет, нет, еще пока не в офисе. Охотники за привидениями, знаете, в фургоне такие открываются, такие в костюмах. Ура! И вот так мы будем атаковать офисы. Нас будут специально приглашать, потому что мы увеличиваем трудоспособность офисных сотрудников, особенно у женщин. Это все очень напряжено в районе плеч, вот этих трапециевидных мышц, да, которые соединяют ключицу, позвонки и идут до шеи. Поэтому очень просто. Мы накладываем руки, накладывать, повторяйте, и начинаем медленно вот такими круговыми движениями, как бы замыкая ладонь, такую вот скважину, устрицу, да,